Минувшей ночью египетские пирамиды озарились новым светом. Их окрасили в цвета флагов России, Франции и Ливана. Помимо флагов, также появились надписи о солидарности Египта с этими странами на русском, французском и арабском языках. Акция памяти началась в 22:30 по местному времени на плато Гиза в Каире у подножия пирамид. Министр туризма Египта Хишам Заазу отметил, что акция проводится в знак солидарности со всеми народами мира, страдающими от террора, который не делает различий между религиями и национальностями – и у которого у самого нет ни религии, ни родины. После трагедии во Франции в знак поддержки парижан в цвета французского флага подсветили телебашню CN Tower в Торонто, статую Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, здание оперы в Сиднее, шпиль Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, верхние этажи Empire State Building, британский стадион Уэмбли, здание Сената Мексики. Также Останкинская телебашня сменила подсветку на цвета французского триколора.